Всем привет, друзья! Я сегодня буду рисовать грибочки. Два красками. Краски у нас будут гуашь и обычные. И давайте-ка уже приступим рисовать. Сначала мы возьмем вот такой зелененький цветик. И вот такую травочку нарисуем, чтобы грибочки стояли наши. Вот, и раскрасим вот так быстренько. Вот. У нас травка. А теперь вот здесь мы будем рисовать наши грибочки. Грибочки будут такими. Повторяйте-ка вы со мной. Сначала мы рисуем. Берем желтый. И вот такой большой гриб. Вот так. Вначале. Он тут будет стоять у нас. А вот сейчас поменьше, что какой нарисуем. Вот такой. А теперь нам осталось только шляпки. Они будут у нас коричневые. Берем коричневый цвет. И вот так. Вот такие у нас шляпки. И на маленьком такая шляпочка, только чуть-чуть почернее. Вот наши грибочки. Теперь мы можем нарисовать солнышко, чтобы они росли лучше. И маленький дождик. Вот такое солнышко. Облачко, которое в нее будет идти дождик. Вот. И еще одна тучка. А теперь мы нарисуем дождик. Капельки вот такие вот здесь. На грибочки капает вот так. И они вот так растут. Вот. Ну что ж, мой рисунок готов. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Пока-пока.